Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайный зритель. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители качественной садово-парковой техники. Сегодня вашему вниманию предлагается вертикутер от компании Deo, модель DSK-4000. Для кого он нужен и что он делает? Нужен он для тех людей, кто ухаживает за своим газоном, делает его ровным, кучу денег в него вкладывает, и для того, чтобы он жил долгой и счастливой жизнью, приобретается такая машина. Она прореживает газон, она вычесывает его, и, соответственно, эта же машина делает так, что ненужные палочки, веточки и так далее убирается в травосборник. Сейчас расскажу, как это работает, для чего нужен игольчатый вал, для чего режущий вал. Расскажу про двигатель, про травосборник. Ну, соответственно, с чувством, с толком, с расстановкой. Погнали! Итак, дорогие зрители, как я уже сказал, вертикутер аэратор бензиновый Deo DSK-4000 работает в трех режимах. Аэратор, скарификатор и травосборник. Прорезает почву, обеспечивая доступ к кислороду. Прочесывает и прореживает поверхность газона, собирает траву. Итак, два вала в комплекте. Игольчатый с 18 ножами. Вот он у нас конкретно. Игольчатый вал предназначен для аэрации и насыщения почвы кислородом. Вал с 18 ножами, который стоит уже на нашей машине, вычесывает мох и убирает сор и листву. Итак, друзья, сердце этой машины – замечательный двигатель Deo 160 серии объемом 160 кубических сантиметров и мощностью в 5 лошадиных сил. Также по технологии OHV с верхним расположением клапанов. Заводится он с помощью кнопки зажигания и ручного стартера. Центральная регулировка глубины обработки осуществляется с помощью рычага с правой стороны от оператора. Позволяет установить рабочую глубину от минус 15 мм до плюс 5 мм в зависимости от выполняемых работ. Друзья, отдельно хочу остановиться на ременном приводе. Привод идет от вала двигателя к валу нашему рабочему. В чем большое преимущество? Не идет обратного удара на двигатель, идет все на ремень. То есть это значит, что срок службы машины будет выше, ну и, соответственно, это надежно. Друзья, управление достаточно простое, банальное. Зажимаем рычаг, дергаем двигатель, все, работаем. Здесь же есть транспортировочный рычаг, который поднимает наш вал при транспортировке на 5 мм. Все очень удобно, опускаем, работаем. Также ручки складываются, он минимально занимает место у вас в сарае или где он в гараже, где он будет стоять. Ну и, соответственно, травосборник у вас на 55 литров. Простота-надежность. Переходите по ссылочке к нам на сайт, ознакомьтесь подробно с инструкцией этой замечательной машины. По желанию приобретайте. Приезжайте к нам в магазин по адресу Москва, улица Полярная, 33А. И эти машины в течение 3 лет, 3 года гарантии этой машины обслуживаются в нашем замечательном сервисе по адресу город Москва, Алтуйское шоссе, дом 1. Приезжайте. А я вам желаю любви, счастья и удачи. Пока.